Спасибо, вы очень крутые. Или как говорит один наш друг? Ладно, зумеры вам не понять. Раньше были рэперы, а теперь только Эдди Крайний, который не пришел на одну из наших песен, просто хотел спать. Но ничего, давайте поаплодируем, нет, не поаплодируем, покричим тому, что мы очень любим спать. И если, подожди.